Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. В сегодняшнем выпуске мы совместно с вами держим путь к 99-му рейтингу моего основного состава. Прокачка в этом выпуске будет, так что не переживайте. Как можно скорее постараемся это все сделать для того, чтобы вы сказали: «Владос, да, ты смог это сделать наконец-то». Прежде чем я начну, я напоминаю каждому из вас, у всех вас есть хорошая возможность набрать ровно 25 тысяч просмотров за сутки под этим видосом и обязательно принять участие в конкурсе на звездный абонемент, либо же на FK Points. Напиши в комментариях, что из этого ты хотел бы получить. Это обязательное условие для участия, а также вам нужно поставить палец вверх и обязательно вам нужно подписаться на мой телеграм-канал, потому что буду проверять на все выполненные условия. А также обязательно вам нужно подписаться на мой YouTube канал и открыть ваши подписки на YouTube, сделать так, чтобы мой канал был среди самых первых у вас в подписках на YouTube. Но если вы испытываете проблемы с покупкой звездных абонементов, FK Points, то все покупается официальным путем через меня и через мой магазин. У меня в магазине вы можете приобрести FK Points, которые удваиваются. Например, вы покупаете 10 тысяч FK Points, а вам на баланс приходит 20 тысяч FK Points. Покупаете 5 тысяч FK Points, и вам на баланс приходит 10 тысяч FK Points. Помимо этого всего, у меня в магазине находится ограниченное предложение на FK Points, начиная с 750 поинтов и по 15 тысяч FK Points, а также различные наборы приветственные, где находится карточка самого Другбы 89 рейтинга и карточка Луиша Фигу совместно с FK Points. Покупки у меня в магазине доступны для всех стран СНГ. Каждому покупателю, который сделал заказ у меня в магазине, полагается приветственный бонус. Ссылка на мой магазин находится в описании. Так, друзья, первым делом что хочу сделать? Приобрести себе звездный абонемент. Покупаю себе звездный абонемент, пригодится мне. Ну, прям 100% пригодится звездный абонемент. Теперь, что хочу сделать? У нас есть также еще что? Рекомендуется мега спецпредложение Черной Пятницы. Здесь гарантированно выпадает карточка Маскирана 91 рейтинга. Покупая себе на основу мега спецпредложение Черной Пятницы, смс о том, что деньги списали, мне пришла. И прямо сейчас посмотрим, что же мне выпадет в мега спецпредложение Черной Пятницы. Нужно для того, чтобы я ОВР прокачал. Пожалуйста, если можно, здесь годнота. Не только Маскирана, нет, Маскирана карточка падала. Вечно мне эта карточка выпадает. Я не знаю, другие карточки выпадают, кроме Маскирана, из этого пака. Объясните, пожалуйста. Ну, хоть что-то другое могло же выпасть. И Коновару еще карточка, блин. Супер невыгодный набор. Ну почему? Почему такое дерьмо выпало? Выпадало же до этого супер офигенное что-то, а сейчас такое себе. Ну, все делается ради карточки Маскирана, на самом деле. По три набора открываем, посмотрим, что будет выпадать. Пока Черная Пятница идет, нужно открывать. Так, Германия, цопник будет, что ли? ЦФД, ни хрена себе, ЦФД, это что, новое для меня? Рейтинг у тебя какой? 83-й, Мухтар. Блин, напоминает мне сразу сериал детства. 900 тысяч монет, Лукаку карточка, лямчик стоит, но это такое себе, ни о чем на данном этапе, просто дерьмо. Ну, именно карточка, сам игрок офигенный. Так, Наб, Эвертон, рейтинг у нас какой? 84-й, но что-то очень плохо. Вообще, супер никудышные паки, я не пойму, почему они такие дерьмовые, почему нельзя было намного круче паки сделать? Еспорс, ну, наборы Черной Пятницы, они должны быть идеальными. А выходит такая дичь прям полнейшая. Просто открываешь и понимаешь, что этот набор ни о чем. Так, три пака открываем. Давай, давай, ну здесь, ну вот, ну хоть что-то. Бельгия, давай ЦП. Нап, ну нет, ну падла. Из Лейпцига. 85-й. Да. Так, два. Еще раз два откроем. Здесь, я думаю, даже эффекта не будет. Понятно, 320 тысяч монеток. И забираем. Давай, ну вот здесь, вот, ну один игрок, 90+, Криштиану что ли? ЦП, ну нет, ну, блин, ну такое себе, 84-й и 400 тысяч монет. Ни одного хорошего игрока не было, чтобы я кайфанул, прям вообще ни одного. Давайте один раз самоцветы потратим, второй раз потратим FK Points. Ежедневный подарок Черной Пятницы, забираем еще одну карточку Маскирану, 91-ю. Блин, ну эффект, конечно, это просто что-то чем-то. Очень красивый эффект выпадения карточек. Прям идеальный, когда кумиры выпадают. Двоих Маскирану я забрал, даже троих. Пришлось потратиться, но что поделать. Карточка Маскирану нужна. Если бы еще и в этом наборе гарантированно выпадала карточка Маскирану, тогда бы вообще не было бы никакой цены. Нажимаем на карточку Холланда, повышение ранга. 100% делаем, подтвердить. Шикарно. Повышение ранга у нас произошло успешно. В прошлый раз, конечно, я пофанился так от души, могу сказать.
удары, пас, ловкость. Ну, думаю, то, что лучше всего ловкость закачать, подтвердить. Я могу еще раз на фарт, конечно, сделать, но думаю, то, что не стоит уже так делать. Потому что, зная себя, ну, не особо все хорошо мне получается с этим делом, поэтому лучше повременить, я думаю. И в звездном абонементе прямо сейчас пособираем интересные награды, может быть, что-то годное выпадет. 83 по 92. Друзья, напоминаю то, что через меня официальным путем покупается звездный абонемент, а также ФК Поинция. Так, что здесь можно интересно открыть? Пока что, ну, супер такого годного ничего не вижу. А вот, 83 по 92. Будет ли эффект? Есть, хорошо, вижу эффект. Что выпадет? Что? Англия. Правый защитник. Из Рейнджерс. Рейтинг у тебя 85. 390 тысяч монет. Ну, идеально. Больше особо ничего не скажешь, но я как поступлю? Я заберу сразу абсолютно все награды. Набор предметов, премиум лого. И вот такая вот формочка мне попалась. Форма футбол. И также 600 ФК поинтов я получил отсюда. Красно-белые бутсы. Я думаю, что совсем скоро у нас мячи eSports обновит в игре. Нужно дождаться того момента. Достигнуть лимит предметов. Все чаще и чаще меня eSports вынуждают, чтобы я лимит предметов выбирал. Мы заходим сюда, тренировка, автовыбор. Давайте закачаем на 9. Даже на 10, потому что вариантов нету. Тренировка. Справились мы с этой задачей. Данте, тренировка. Автовыбор, и давайте на 11 проверим, что лишних игроков я не забрасываю. 12. Все четко. Или давайте 13 уже. Даже вот так вот сделаем, будет вообще идеально. Четко, тренировка, нажимаем. Здорово. Закачали мы карточку Данте. Нажимаем на кнопку обмена. Посмотрим, что мне сейчас выпадет. Надеюсь на то, что что-то годное. Нет. 80 рейтинг. Быстрое добавление. 150 тысяч монет. Но красные жетончики мне пригодятся, поэтому я это обязательно делаю. Так. Сопника получаем, 86. Хорошо, красный жетон противостояния есть. Идеально, далее. Нужно еще немножко жетончиков для того, чтобы забрать карточку Маскирана 91 рейтинга. Еще закачать игроков, которые у меня находятся в составе. Нужно еще 20 наборов открыть для того, чтобы получить 2 бесплатные карточки Маскирана. Ну как, кстати, они бесплатные. На самом деле платные, но так, чисто уже по рофлу говорю то, что бесплатные. Хорошо, открываем. Что будет выпадать? Смогу ли я что-то годное сюда выбить? Испания. ЛВ. Из Брайтона, ну, не особо интересно. 84-й Ансу Фати. Но это такое себе. Мне нужна карточка по типу Де Брюне. И вообще было бы неплохо Винсента Компани получить карточку, либо Джинолы. Это был бы разрыв полнейший. Если бы, конечно, мне повезло настолько. Так, есть новый эффект. Есть эффект получше попрять. Нет, ну блин, ну здесь ничего интересного не будет. Цапник, ну из героев. Ну здесь ничего интересного точно не будет. Демпси карточка 85-я. Ух, Алисона карточка, никет. Охренеть. У меня будильник еще заработал только что, блин, 2 часа ночи чем-то записываю. Я типа заранее себе поставил будильник, думаю, сейчас буду еще записывать видос типа для вас по этому, как называется, по противостоянию, когда Криштиану Роналду выходит и Неймар. Но что есть, то есть. Охренеть, конечно. Алисона карточка 91-я. Интересно, возможно его продать? Да, изи. Охренеть. Не, ну не зря походу открыл, вообще не зря, уже даже ни капельки не жалею. Если, конечно, еще одна карточка там за 300 чем-то ляма выпадет, это будет просто шедевр. Но нет. Хорошо, еще 3 пака, я по 3 открываю. По 5 мне не понравилось, в прошлый раз по 5 открывал. Такое дерьмо редкостное выпадало, поэтому я решил забить. Люка Шоу карточка, капец он дешманский стал. И 3 ляма монет. Но все это делается ради одной всего лишь карточки, ради карточки самого Маскирано. Поэтому, прямо сейчас мы нажимаем на эти все спецпредложения. И здесь, возможно, что-то интересное будет? Ну, нет. Блин, дерьмо будет? Ну, ладно. 87, Альварес. Нет, типа, игрок хороший, но вы сами понимаете, то, что именно карточка сейчас не актуальная. Ну, чтобы вам понятнее было более. Так, 3 пока. По 4 не стоит открывать? По 3 нормально. Так, и потратим 1250 самоцветов, 2500. Хорошо, вот так вот делаем. Да. Ну, что вам сказать. Нужно продавать игроков, других вариантов я не вижу. Рынок.
Мы игроки. Где ты, Алисон? Продать нажимаем. Открепить. Продать. Продать. Подтвердить. Карточку я на облако постараемся продать. 69 лямов. Если получится продать за 69, я буду максимально рад. Мы что делаем? Нажимаем получить все монетки. 125 миллионов монет я вернул себе. Вообще идеально. Получается все, что я задумал. Прям супер. Я забыл забрать две карточки маскира, но прямо сейчас мы это совместно с вами сделаем. Блин, как вообще? Меня угораздило забыть получить карточки маскирана. Ежедневный подарок Черной Пятницы. Без эффекта, кстати, начали выпадать его карточки. Странно. Хорошо, забираем еще одну карточку. Здорово. Конечно, жесть. Но главное, что успел, блин. Тупо завтыкал забрать его карточку. Осталось 20 минут до конца, и все, и больше уже не буду у нас этого события Черная Пятница. Если вдруг у нас поступит информация о следующем событии Черной Пятницы, либо о таких вот глобальных событиях, там где будет дофига распродаж, я вам сразу сообщу у себя в Телеграме, для того, чтобы вы ни в коем случае не пропустили такие офигенные события. Прежде чем я закачаю 97-й ОВР своему составу, я еще подкрываю наборы за 1000 FK-поинтов. Мне нужна карточка Маскирано снова. Я в прошлый раз, конечно, натворил делов, поэтому ни в коем случае сейчас не нужно пропускать возможности, надо все делать по красоте. Так, ПП, кстати, ну довольно-таки плохо. 86. И 10 красных жетонов противостояния. Ну хорошо. Пускай будет так. 1000 FK-поинтов снова мы тратим. Но все делается ради того, чтобы я получил карточку Маскирано. Но желательно 93-ю, 94-ю сейчас карточку выбить. Это был бы подарок мечты. Цапник. Понятно. 88, окочи карточка. Не актуальная, к сожалению. И вместе с ним 84 и 800 тысяч монет. Такие никудышные паки, я просто не пойму, за что eSports сгребут деньги. Там бывают, ну прям офигенные паки, вот реально бывает такое. Но сейчас такое дерьмо редкостное выпадает. Центральный защитник из Ювентуса. Рейт у нас какой? 87-й Данилов всего лишь. Я думал там сумасшедший, когда будет 90+. Да, размечтался с 90+, конечно. Прям выдали мне eSports. 3 набора остается. Давайте мы их дооткрываем, посмотрим, что будет в паках этих выпадать. Ну, если можно, ну уже 91-й, 92-й выпадик, пожалуйста. ЦЗ из Бетиса. И что у нас тут? 85-й. Я просто не понимаю, за что мне такой нефарт, ну падало, но опять вот эта вот скотина. Я так ненавижу это дерьмище. Почему они это никак не справят? Ну, я не пойму их. Тренировка. Автовыбор. Просто реально дичь такую натворили. Главное, ничего не могу сделать уже. Тренировка. Закачала, закачала. Что вы еще от меня хотите? Забираем. Далее. Вы же сами меня принуждаете открывать наборы, чтобы я что-то годное выбил. Магазин. Где у нас тут наборы эти? 2 набора осталось. И они такую вот ерунду творят. Так, ну давай, давай, в этот раз. Ну может быть что-то, ну хотя нет, с таким эффектом ничего интересного не будет. Сопник еще. Понятно, дерьмо. 86 Мурено карточка и бичи. Я не знаю, что делать. Последний пак остается. Просто никудышние паки. Зачем я открываю это дерьмо? Зачем? Бразилия. ПВ. Малкома карточка. Нет, чтобы ЛВ выпал. Байт удался. Ну, заберем хотя бы его карточку бесплатно. Маскирано 91. Да. Ну, ничего, на самом деле, не поделать. Опять. Ну, опять это дерьмо. Но я не могу уже. Как же меня бесит eSports своим подходом никудышним этим. Тренировка. Так, автовыбор, ну вижу я, вижу, 10. Так, давайте закачаем. Тренировка. Хорошо, закачали мы его. Теперь, что мы делаем? Мы совместно с вами переходим на рынок, будем покупать игроков в рынок. И сейчас я закачаю VR составу. Так, все продано, кроме карточки. Основное это карточки я на облако. 600 лямов на балансе у меня, нормально сделал себе. Да, конечно, можно было бы и побольше, но что есть, то есть. Мы выбираем позицию цопника. Так, и здесь мне нужно купить карточку, ну, без вариантов райса.
приобрести 152 миллиона монет, добро пожаловать ко мне. И выбираем еще совместно с ним карточку, сейчас подумаем. Но думаю, Родри выбрать вроде бы неплохой вариант. Другие карточки не такой топчик для меня, поэтому, возможно, я думаю, то, что все же... Да, Родри, возьму карточку, все, даже без вопросов, подтвердить. Забираем мы карточку Родри, мои заявки. Монетки улетают прямо на изи. Если вам нужно научиться, как это, тратить монеты, обращайтесь, я легко вам покажу, как это все делается. Две топ-карточки я получаю, подтвердить. И нужно как-то еще Яноблока карточку продать, и буду вообще идеально. Теперь, вместо Бернардо Сильвы, сменить нажимаем. А, ё-моё, я же забыл самое основное, поменять схему. Изменить команду. Так, ищем схему 3-5-2, вот она, да, родненькая. 3-5-2 выбираем. Все, что я хотел, вроде бы как получится. Я надеюсь. Сильву мы убираем, сори. Так, где тут 90+, 90, поиск. Выбираем карточку Райс. 97-й. Так, пока что все плохо. Родри карточку добавляем. И у нас рейтинг состава 96-й становится. Так, правильно ли все мне расставлено? А, да, все четко. Я забыл уже самое основное сделать. 96-й я вернул. Нажимаем сюда, повышение ранга. Закидываем одну карточку Маскирану. Подтвердить. И повышение ранга у нас происходит успешно. Ну тут 100% повышение ранга, поэтому других вариантов не может быть. Очки навыков мы сейчас выберем совместно с вами. Передачи, думаю, не стоит. Нырки, самый лучший вариант. Закачиваем. И ОВР состава 97 должен был быть. Что-то я не то сделал. Все, я понял, в чем моя ошибка. Зашел на сайт, перепроверил. Друзья, если вам нужен сайт, с помощью которого вы будете ориентироваться, сколько вам осталось до следующей прокачки, то переходите в мой телеграм-канал, там вы обязательно сумеете найти ссылку на этот сайт. Просто пролистайте выше немножко ленту и подпишитесь обязательно на телеграм, чтобы ни в коем случае не пропускать все самые главные новости о FK Mobile, а также возможных багах у нас в игре. Нажимаем на карточку Донарумы, двоих маскирана закидываем, повышение ранга, подтвердить. Все, и вот сейчас это произойдет. Успешно. И сейчас ОВР состава должен стать 97-м. Очки навыков. Нажимаем сюда. Нырки. Подтвердить. Вот это вот максималочка. 97-й должен быть. Да. Все как на сайте. Я думаю, в чем моя ошибка? Думаю, что-то вроде бы все правильно сделал. Где-то ошибся. Думаю, ну, что за ерунда. А тут вот в чем причина оказалась. Так что 97-й ОВР своему составу я смог сделать. Получилось довольно-таки интересно, сопников мы поставили ко мне в состав, и осталось избавиться от цпшников, и тогда я еще сделаю 98 рейтинг. В следующем выпуске я закачаю 98 овер своему новенькому составу. А мы сейчас давайте хотя бы разочек затестируем в режим атаки, посмотрим, на что игроки способны в этом составе. Друзья, мы начинаем прямо сейчас совместно с вами тестировать мой составчик. И Зинадин Зидан принял мяч, это мой забьет, да. Супер легко для него это все получилось. Акуна. Акуна Матата на карточку. Опа, я даже не понял, кто тут у нас. Кто там находится? Бастони? Здесь на Холланда. Холланд. Ух, в прыжке. Реализовывает свой момент. Роналдо. Я думаю, может быть, мне купить карточку Криштиану Роналду. Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне покупать карточку Криштиану Роналду. Да, Роналду, Роналду. Офигенная, кстати, карточка. Прям супер офигенный игрок. Мне очень нравится. Я всем вам могу рекомендовать его карточку. Зинедина Зидана карточку тоже всем вам рекомендую. Отличнейший игрок. Справляется на ура. Со всеми своими моментами. Идеально. Маркос Льоренте. А вот здесь вот. Ну, конечно, не факт. Не факт, не факт. Но хотя. Хорош. 9-5 играем. Роналду. А ну-ка, пасик на холд. И на Холланда. Холланд, Холланд. Уй, в нижний угол. Соперник, походу, там с ума сходит от того, что мы так реализуем все свои моменты. 11-7 играем. И снова момент у Зинедина Зидана. Должны 12-й забить. Да! Друзья, но если вам понравился сегодняшний видос, обязательно лайкайте, а также подписывайтесь и принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, либо же на FK Points. Большое спасибо каждому из вас за просмотр. Если вы испытываете проблемы с покупкой FK Points, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня и через мой магазин. После первой покупки у меня в магазине вы можете получить приветственный бонус, так что буду всех вас там ожидать. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!